Ребят, всем привет, это канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван, я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности. Я наконец-то перешел на воина. Я сейчас бегаю в тяжелом хитиновом броне. Тяжелой хитиновой броне, ребят. Но это просто невероятный сет. Я не знаю, он мне так понравился, когда его первый раз увидел. Он такой. Еще небольшой эксперимент. Как видите, я себя разместил внизу. Это я первый раз так себя разместил. Так что, друзья, оцените. Нормально, ненормально, не очень. Пожалуйста, спасибо большое, я просто посмотрю ваши комментарии, как, нормально или нет, или оставить так, как было, или справа, слева, внизу, сверху, ладно, спасибо вам. Ну что, также, ребят, также я нашел здесь секиру, я кое-что попродавал лишнее, стальная секира пылких душ. Если противник умирает в течение 5 секунд, заполняет камень душ и наносит противнику 10 единиц урона огнем, подожженные несут дополнительный урон. Не, ну понятное дело, что мы точно такие же зачарования можем уже нанести, но тем не менее. Это же, по-моему, двуручный топор, стальной. Или он какой-то уникальный, я просто как-то никогда не обращал на... Ну, по-моему, он самый стандартный. Да, по-моему, самый стандартный. Ну ладно, ребят. Ладненько. Сет-то мы получили. Мы его улучшили в кузнечном деле, более или менее, да, легендарный, но мы его не зачаровали. И я это хочу исправить сегодня. Да, 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 мы немножечко его зачаруем. Я не успел его зачаровать, так что сейчас все сделаем вместе. Вместе. И увидите все прелести. О, по-моему, у меня текстуру заглючили в Скайриме. По-моему, что-то пыль, я уже такое встречал, это сейчас можно легко определить. Если зайдем на карту. Да. Ребят. Скайримчик у меня немножечко баганулся. Самое интересное, что я уже второй раз его перезагружаю. И у меня вот такая вот ерунда. Я просто подключил себе какую-то бету. Что это за сияние? Вы посмотрите. Оу. Да, ребят, это баг. Это какой-то баг. Ну, ладно. Выходим. У, как это оно? Слушай, жена, ты шустренько. Очень шустренько, ладно. Забираю ви... Только посмотрите, ребят. Как же круто. Вау. Именно из-за этого Skyrim остается просто невероятной игрой. Что это за флажок какой-то? Непонятный на вершине. Туда нужно добраться, что ли? Да, смотрите, какие-то глюки. Ого, ого, Skyrim лагает. Special Edition лагает. Ну что, ребят, что-то произошло. Я не знаю, игра, легенда. Будем надеяться, что в ближайшее время это все исправится. Но, воу, я хочу туда дойти. Я не знаю, что там. Вау, посмотрите, там как будто какой-то человек пытался туда забраться. И скелетик такой. Ого, что это такое? Я такого просто никогда не встречал. Вау. Вау. А нет, это не человечек, это просто... Жесть, ребят, просто жесть. Интересно, этот лут случайный или это, знаете, какой-то секрет от разработчиков? Они специально абонитовую булаву здесь оставили, ее можно, например, взять с первого уровня, ребят. Если не трудно, проверьте. Проверьте, смотрите, где это находится. Это находится вот. Виндхельм. Здесь у нас курган железный. Альфтант и Саартал. Ну вот, видите, между ними вот здесь, вот это вот горочки, я не знаю, как это вам, ну пипец. Может, случайно лут, но если не случайно, это, конечно, невероятный секрет. Тут специально такой флаг, мне кажется, это какой-то секретик, ребят.
Класс. О, можно прыгнуть. Ну, наверное, разобьешь. Ну ладно, ребят. Погнали, будем отправляться сейчас на Солстейм. Солстейм по-правильному. Мы дома, друзья. Мы дома. Не знаю, именно этот цвет подходит для этих текстур всех. Именно этот крутой, крутяшный сет. Так, блин, по-моему, у меня не все с собой. Сейчас нужно посмотреть. Стоп, что я могу улучшить? Оружие. Одежда. У меня, друзья, есть вот такой вот сет. Тяжелая броня. Улучшен до легендарно, но я могу его еще зачаровать. Два зачарования, для этого мне нужно... А, стойте, еще ж можно... У меня сейчас кузнец. Зачем же? Мне нужно тоже зачаровать. Мне нужно... А у меня нету, я все попродавал или у меня не было. Блин. Ребят, мне нужно сейчас купить какое-то ожерелье и колечко. Или где-то найти его. Потому что... Привет. Не знаю, кто прислал тебя. А, так значит, ты алхимик. Ингредиенты, у нее ничего такого нету, это алхимик. Не забывай, у меня много всяких зелий. А у тебя? Серджо, твои подвиги благословения для всех нас. А, вот у него, наверное, есть. Начинает налаживаться. Вроде интересно только, сколько понадобится. Все, что есть, все на прилавке. Все, что есть, все на прилавке. Так, ребят, подождите, я тут проверю. Что? Что за ерунда? Я там что-то заглючило. Ладно. Одежда интересует. Именно одежда. И я хочу, дружок, у тебя купить... Ага. Да ладно. Все-таки хреново я подготовился, ребят. Ты знаешь, где меня искать. Хреново. Это в том плане, в том, что... Ты замечательный друг. Погляди. У меня нет колечек, простых колечек. Ладно, черт с ними, потом. Слушай, жена. Пойдем. Так. Покормить. Вот, мне как раз захотелось приготовить кое-что вкусненькое. Завтра приготовлю еще. Окей, домашняя еда добавлена, отлично. Пора нам расстаться. Не очень весело противостоять всем опасностям Скайрима в одиночку. Найдешь меня, если решишь, что скучаешь по моей компании. Хорошо. Но я хочу немножечко хардкора. Надеюсь, я сегодня его получу. Потому что все эти зачарования и все это тянет время. Окей, давайте попробуем все сделать максимально быстро. Ну, для начала, что мне надо? Вау, манекен заглючил, он опять восстановил вещи. А, стойте, подождите. Одежда. У меня ж, по-моему, сет... вот, хитиновая броня истинного рыцаря, навык ношения тяжелой брони увеличен на 20%. Мне бы желательно купить чистую. А если я сейчас возьму этот? Тоже рыцаря, это баг. А перчатки у меня чистые? Одежда. Так, перчатки у меня... Ага. Атаки одноручным оружием наносят на 30% больше. Вот такие вот баги. Ну, они были, по-моему, даже в стандартном ванильном Скайриме, что манекен просто-напросто... Те вещи, которые ты оденешь в него в первую очередь, он потом просто-напросто создает, клонирует, даже если ты их снимаешь. Я не знаю, из-за чего это. Просто не знаю. Как шахта от... Да все, что доброму воину нужно. Оружие, одежда. Господи, давай. Было у него такое или нет? Не, у него, по-моему, не было. Есть! Хитиновая броня, отлично. И легкие, тяжелая броня. Тащи сюда оружие и доспехи. Починю в один момент. А, к черту. Мы сейчас хотим просто улучшиться.
Так, ну что, для начала, ребят, нам нужно одеть Зидала в сет. В любом случае его нужно одевать. Быстренько в одежду одеваем, а он просто-напросто дает нам плюс 10 к зачарованию. Плюс 10 это невероятно крутой бонус, который я хочу использовать. Дальше мне понадобятся книги, черные книги. Болезненный регент. Что ж он добавляет-то? Ну ладно, пойдем посмотрим. Засасывай меня, черная книга. Оу. Да, оно. Искатель волшебства. Искатель силы удаляется. Вот, возвращаемся обратно. Это еще, ребят, плюс 10 к зачарованию. Круто. Теперь мне нужно немножечко определиться, потому что нужно будет сделать все максимально быстро. Максимально. Ну что ж, перчатки я не смогу улучшить. Ну и ладно. Тяжелая броня. Камень душ мы возьмем черный. И что мне лучше всего улучшить? Ага, заклинание восстановления расходует на 18 меньше магии. Магия восстанавливается на 10% быстрее. Запас сил. Увеличивает запас сил на 72. Неплохо. Регенерации маны. Восстановление, изменения. Не то, не то. Кузнечная легкая броня. Разрушение. Тяжелая броня. В любом случае, мы сделаем тяжелую броню. И разрушение. Регенерация, запас сил. Классно, кстати. Восстановление и, может быть, что-то еще. Восстановление не то. И повышение здоровья. Почему бы и нет? Давайте повышение здоровья и тяжелая броня сделаю. Отлично. Я так и сделаю все. Дальше. Ну, если что... Все остальное уже по ходу. Ну что ж, извините. У меня, по-моему, осталось зелье, которое... Зачарование. Всего два штуки. Ну, блин, я не хочу сейчас клепать. Ну, ладно, те вещи, которые есть, я думаю, мне хватит. 30 секунд. Фух, погнали, ребят. Все взял, то взял, взял, взял. Тут эти бонусы выпиваем. Залетаем. И сразу выбираем предмет. Это штука камень душ большой. Так, здоровье и... Где тяжелая броня? Есть! Следующий предмет. Господи, щит. Что, щит можно? Я не посмотрел. Повышение здоровья, отлично. Блокирование, отлично. Этого хватит мне. Следующий предмет. Черный... Дальше. Разрушение, стрельба, наверное. Иллюзия или изменение? Иллюзия! Господи, это все с перепуга. Стоп, а что мне там осталось? А, по-моему, сапоги. Угу. Предмет. И сапоги. Зачарование. Я могу... Увеличить запас сил. Двуручное оружие. И одноручное. Одноручное сделаем. Да. Выйди. И тоже нужно зелье выпить, последнее зачарование. Я залетаю сюда и сразу же беру этот предмет. Камень душ черный. Запас сил и одноручное оружие. До 52%, да ладно. Господи, это еще можно колечко улучшить и ожерелье, ребят. Вы просто представляете, что это будет. Ну что ж, одежда, это мы возвращаем тебе, друг. Возвращаем. Раз, два, три, четыре. Так, стоп, это не просто надо дать ему. Так, все это отдали. И одеваемся, ребят. Одеваемся в наше... Ты в оружие зашел, красавчик. Ну что ж, рыцаря мы не будем, а вот хитиновая тяжелая броня, раз. Увеличение здоровья, навык ношения тяжелой брони увеличено 32. Атаки одноручным оружием увеличено 30, ну ладно. Атаки одноручным оружием на 52%. И луки наносят на 46% больше урона. И заклинание иллюзии расходуют на 28% меньше маны. Плюс еще можно колечко сделать, и то. Ну, ладно, в принципе, я, наверное,
пока это все дело сделаю вот так вот на лучника. Ну и в принципе давайте посмотрим оружие. Оружие у меня, по-моему, меч наносил 100 единиц урона сияние рассвета, и сейчас нужно посмотреть, сколько он наносит. 136. Ну, не сильно много, но тем не менее добавилось. А защита, защита, как у нас там защита, нормально? Я как-то не обратил внимания. 106. 80, 82 и 96. По-моему, нет, по-моему, щит был 75. Ладно, я забыл, но увеличилось. И если мы зайдем в навыки, заглянем, в легкое, легкая броня 109. Тяжелая броня 77, ребят. 77. Бери, качай дальше. Я, знаете, что сделаю, наверное, сейчас? Я кое-что придумал. Забегаем. Так, стоп, стоп, стоп. Давайте, чтобы я не забыл, сразу обратно. Да, это немножечко заморачиваюсь, но тем не менее, ребят. Просто черные книги — это уникальные книги, которые дают нам такие невероятные бонусы, что мы просто... Очень крутые плюшки, особенно если вы играете на легендарном. Искатель силы. Вот почему у меня была защита меньше. Мы взяли только что искатель силы. Это плюс 10. Плюс 10 ко всем способностям за воина. Понимаете? И броня, и удар будет уже мощнее. 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 И также, знаете, что еще хочу? Книги, если зайти... Ой, стоп, стоп, стоп. И тут, по-моему, есть... Пробуждающие сны. Это книга с Мираком. Боже, невероятно крутой бонус. Почему вот сразу пройти Мирака? Вот сразу с первых уровней. Не знаю, как только вы начали играть, сразу проходите Мирака. Но здесь же тем уникально тем, что можно сбросить наши способности. Ну, например, способность в области карманных краж. Но я сейчас как бы не буду красть, потому что я за воина играю. Но я хотел его прокачать до легендарно. Но я думаю, не знаю. Давайте посмотрим. Взлом. Взлом у меня ничего нет. Ничего. Скрытность. Скрытность, в принципе, у меня там есть. И это мне будет помогать, наверное, сваливать иногда. Но мы его сбросим для того, чтобы было более хардкорно. Да, целых 9 очков. О, да. И теперь. Теперь этих 9 очков можно распределить среди воинов. Ребят, это же это просто необходимо. Это просто супер необходимо. Это для каждого необходимо. Для каждого, каждого, каждого. И все. И теперь... Я захожу в свои способности. У меня 9. И мы. Хорошая экипировка. Ага, стоп-стоп. Тут у меня так, а тут-то она не прокачана, тут не хватает. А если мне по этой ветви пойти, кулаки, это хорошо. И вот... Ага, вы получаете половину урона от падения, если носитель получает комплект тяжелый доспех, шлем, кровь. Ага, это падение. И что ж последнее? Упорная тренировка. Ага, надета тяжелая броня, ничего не весит и не замедляет ваши действия. А вот этот вот перк очень... Очень-очень полезный. Но также, ребят, блокирование. Конечно, мы его прокачиваем. Теперь у нас более 30. Отбивание стрел. Господи, да это уникальная способность. Извините. У меня горло в последнее время барахлит. Быстрые рефлексы. Если вы блокируете силовую атаку противника, время замедляется. Ой-ой-ой, я хочу его. И дальше силовой удар плашмя. Вы можете носить сильные удары плашмя. Да. Ну что ж, неплохо мы так прокачали. И, по-моему, это что такое? А, нет, нельзя. Я просто думал, можно еще прокачать. Боевая стойка. Силовые атаки одноручного оружия расходуют на 20%, 25% меньше силы. Это классно, ребят. Это очень классно. И у нас дальше рывок и безжалостный удар. Силовые атаки стоя наносят 25 единиц дополнительного урона с некоторым шансом отрубить противнику голову. Да.
и рывок. Вы можете провести силовую атаку, провести силовую атаку одноручным оружием в спринте, нанося двойной критический урон. Ого! Ну ладно, насчет этого я еще подумаю. Стрельба есть, легкая броня, скрытность у нас сброшена. Господи, что я делаю? Что я напеваю? Так, изменения. Изменения у меня 82, я уже два раза его прокачал. Круто. Круто. И что же мне еще? У меня, в принципе, 3 очка есть еще. 3 очка способностей. Двойной вихрь это нет. Ну, давайте в спринте. Вот. Вот, ребят. Я думаю, этого пока достаточно. Так, ну что, мы всех отправили. И теперь... Господи, да, действительно. Облака лагают, багают. Я не знаю, что случилось с моим скайриком, но он... И, честно говоря, ребят, у меня даже переход не помог. Может, нужно... Северное дело в отличном состоянии и готово отправляться. Может, нужно мне вообще... Я переходил через... Что это такое? Ладно, не будем обращать внимания. Ой, стой. Задание. Вот они. Помочь жителям Белого берега. Поговорить с предварительным соратником о заданиях. По-моему, бесконечно, да? Принести Эли соли пустоты. Вступить в имперский легион, присоединиться к братьям Бури. Найти этот кулон, по-моему, забагованный тоже квест. Убить Луа Альскавен в Алсульвунде. Что это такое? Кого там нужно убить? Ой, ребят, мне кажется, это будет мега хардкорно. Ой-ой-ой. На! Получай! Воу! Воу, ребят! Тут что, будут одни маги? Если маги, это плохо. Это очень плохо! Она отхилилась, но... Получай! Даже анимация, когда я добиваю кого-то, какая-то странная. Ого! Даже Сиане Рассвету заглючил. Вы посмотрите, что это! Я не знаю, ребят. Блин, насморк. Да! Ого. Ого. Баганул. Special Edition, ребят. Баганул. Это надо было мне, наверное, вообще переходить. Но что-то он вообще... Господи, так неприятно, когда вот это вот... Такие текстуры везде, такая пыль, смотри, плоская. Что, это колечко упало? Ладно. Будем драться с драургами, мощными драургами. Колдовство. Так, стоп. Магия. Мне нужны крики. Мне нужны крутые крики. Безжалостная сила. Получай. Отлично, заходит. Давай, иди сюда. Получай. На. Ой, как он проседает. Во. Какая-то компьютерная графика. Такие эффекты забавные. Надо будет серию назвать Skyrim залагал. Ого, ребят.
Уго, вы представляете, я с одним драургом справился, можно сказать, на изи. Реально, можно сказать, на изи. Воу, ты посмотри, что это такое? Ого. Так, давайте сохраняться. Так, я смотрю, тут уже ребят побольше будет. О, погоди. Я щит не взял. Теперь еще запарился. Вот. Ну иди сюда, малыш. Воу. Простите, что? Что? Что это только что было? Почему я умер со скоростью света? Никто мне не объяснит? Я что-то не понял, нифига. Ага, все, я понял, кто меня убил. Воу. Что за черт? Кто меня убивает с первого раза? С первого удара? Я не понял нифига. Получай. Хотел хардкора, а получай, дорогой. Вот, иди сюда. Давайте по одному. Вот, один готов. Теперь они должны убегать. Наверное, не все. Нет, дорогой, не оживляйся. Нет, давай. Ага, все, он убегает. Да, те просто убежали за счет того, что я использую сияние рассвета. Воу. Кто там так дует? Ага, я понял. Это какой-то крутой маг. Господи, забагованный Скайрим. Ну давай. Что за черт? Он убивает меня просто с одной тычки. Я ничего не пойму. Получай. Этих ребят мы убиваем быстро. Так, поднимается, малыш. Воу. Ребят, меня сейчас будет бомбить. Давайте сейчас возьму, наверное, разрушение. И мы кого-то выберем все-таки в помощники. Потому что тот маг мне просто с одной магией холода убивает. Он просто с одного прокаста. Как? Почему так быстро я умираю? Я пока не пойму. Иди туда. Такая сфера прикольная, когда он появляется. Умираем. Слушай, иди подерись с теми, а? Где он? Давай. Умирай. Так, спокойно. Умер. Все. Получай. Давай. Там еще какой-то маг, да? Воу. Вот они. Вот эти хилки нам пригодились, ребят. Воу. Нет, наверное, не этот маг меня убивал. Или они просто вдвоем меня убивали так быстро, что я даже не замечал. Ага, она еще защищается нормально. Оберег, ребят. Оберег, да? За то, что мне нужно было использовать.
Господи, я тут дерусь, не могу сохраниться. Хотел хардкор, получай хардкор. Дружочек. Визу урон я-то держу, а вот мах урон я уже нифига не держу. А, привет, дорогой. Я думаю, кто мне мешает? Только крикнул. Только крикнул. Получай. Силовые атаки главное проводить почаще. Гад. Воу-воу-воу-воу-воу. Это пипец. Я не тех бью. Мне нужно бить магов. Потому что маги меня замедляют, гады. Ой-ой. 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 Где тут выход? Я ушел. Я все. Я не хочу с вами дружить. Блин, вот это прикольные. Вот это вот мне повезло. О, да, восстановление 70, ребят. Да, да, да. Против магов, ребят, мы какашка. Мы какашка против магов. Разрушение, конечно, нужно пользоваться не разрушением, а вызов нашего... Появляется, это классно. Ого, это просто Новый год какой-то... Они просто сумасшедший урон наносят мне. Вот так. Не связывайся со мной. Я просто офигеваю, ребят. Серьезно. Господи, я хоть одного мага попробую убить, а? Зелье, 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 зелье. Так, один умер. Один мах умер и... Сейчас мы этого Драурга усмирим. Господи, ничего не вижу. Нужно играть от третьего лица. А... Какого черта я не сохраняюсь, ребят, вы не знаете? Господи. Это какой-то пипец. Это какой-то пипец, ребят. Просто с прокаста. Просто убивает с прокаста. Воу, я правда, я не знаю, есть ли смысл дальше мне идти, потому что легендарный. Сейчас опять я умру, да? Они как-то еще пробивают через эти все щелки. Короче, ребят. А, еще здоровье. Увеличивается, уменьшается за счет того, что, наверное, я там... Господи, что это летит? Не-н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 е. О, смотрите, мой Давакин на шпагат только что сел. Не-не-не-не-не, ребят. Не-не-не-не-не, я не готов. Я не готов сегодня драться. Я ухожу. Я ухожу, хожу, 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 хожу отсюда нафиг, потому что нужно немножечко поменять тактику.
Самую малость нужно поменять тактику, и я даже знаю, как я поменяю, потому что это же невозможно. Офигеть, когда встречаются драурги и маги одновременно, они просто тебя истребляют. О, сколько тут зелья. Ребят, всем огромное спасибо, что посмотрели, но... Я вернусь, но уже более подготовлен в эти руины. Ого! Ого. И будем решать вот эти вот проблемы с багом. Мне они вообще не нравятся. Ладненько, ребят. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Да, мне за воина будет, наверное, нелегко играть. Придется менять тактику. Ну, я уже знаю, что я сделаю. Я уже знаете, так что все увидите. Все. Это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Герой Иван. Пока. И заходите в мою группу, друг.